Итак, всем привет, с вами Джим Рейнер, и сегодня я бы хотел бы поговорить о главной проблеме вертолета War Thunder. А именно вот это, вот что это такое? Я сейчас, конечно, смог выровняться, мне повезло, но это происходит самопроизвольно, в рандомный момент. Давай, оп. Вот на малой высоте, вот так вот вообще шикарно. Ой, слишком рано тягу убрал! Дебил! Я захвачу точку? Разбился. Чё ты вперед-то подался, а? Долбень. А тут я тоже такой лечу-лечу. Думаю, сейчас поформлю, делаю легкие крены. Хопа. Переворачиваюсь. Делаю аккуратный пикет. И думаю, вроде как выровнюсь. А хрен. Грёбаный ландшафт. А в этой катке я просто фармил. Ну, достаточно-таки неплохо. Вот Ми-24 тут настреливает. Делаю что-то типа полицейского разворота в вертолетном варианте, меня опять переворачивают. Бывает такое то, что удар не слишком сильный, и удар принимает на себя колеса. Итак, новый бой, новое сосание. Так, далеко там враг? Далеко там. Воу-воу-воу, полегче. Что? Ебись, оно всю... Я... Это какие-то баги несущего винта. Вот он тут, типа, шатается. Вот-вот-вот, я им, типа, болтаю. И сильно, короче, нельзя им болтать. Ебись оно все. В рот через жопу. О, точка. Не хочу.